Это не просто прокатный спектакль, это спектакль акции, это спектакль гражданской позиции, где молодые студенты наши, количество 100 человек, говорят и детям, и взрослым о том, как и что можно делать своими силами, не ссылаясь на дядю и тетю, а просто здесь, сейчас, своими силами. У нас 100 детей на сцене, соответственно, 51 состав, 50 другой состав. Они меняются. Рабочий и, скажем так, так называемая четвертая волна, которая выходит в финале, поддержать мощью энергетики, подхватить дальше. Я считаю, что в городе Новосибирск произошло очень важное для страны событие. Вышли 100 человек и рассказали, как на сегодня можно жить, как сегодня можно помогать их же ровесникам. Нигде в стране больше такого спектакля нет. Это на самом деле очень клево с Константином Юрьевичем играть. Он выкладывается, это видно на все 100, 150, 200%, и от него заряжаешься, получаешь этот заряд, и сам тоже чувствуешь, что начинаешь лучше играть, и появляется больше уверенности.